И сегодня у столицы прошла церемония перапахавання 147 вязняў. У мемориальном комплексе «Братская могила» военных и мирных жыхароў у микрорайоне Масюковшина. На початок войны солдаты трапили у полону концлагер Шталах, и подчас полевых пошуковых работ только про троих удалось установить звездки. Родные загинувших червонармейцев из России и Украины специально приехали сегодня на церемонию перапахавання. Мой дедушка Изотов Иван Никонорович, которого сегодня здесь захоронили, он прошел Финскую войну без единого ранения. И на Великой Отечественной вот попал в плен, будучи водителем батальона связи. Это была инициатива Сергея Олейникова, пенсионера ныне, бывшего военнослужащего, который в 91 году случайно при проведении строительных работ обнаружил неизвестное захоронение. И вот через столько лет нам удалось сегодня с помощью Министерства обороны, работы проводил 52-й батальон, и мы привлекли также общественность к этим работам. Имены и гэтых чырвонаармейцаў будут записаны золотыми литрами у книгу памяти. У мемориальном комплексе пахавана уже больше за 80 тысяч бойцов. Сярод их только про 9,5 тысяч маются официальные звездки.